Однажды мы с друзьями решили приготовить совместный ужин. Нам было весело и интересно. Все помогали друг другу. Но в самый последний момент, когда блюдо было почти готово, мы забыли о нем, и оно погорело. Один из моих друзей воскликнул: «Моя карта с краю, ничего не знаю. Я совсем не понял, какая хата? Что это такое? Почему он так сказал?» Фразеологизм «моя хата с краю» означает, что человек не желает участвовать в разрешении конфликтов, демонстрирует отстраненность от происходящего. «Моя хата с краю» – так может сказать осторожный человек на каверзный вопрос незнакомца. Это усеченное выражение пословицы «моя хата с краю, я ничего не знаю». Дело в том, что раньше новоселы селились с краю, на окраине села, а не в его центре. Поэтому новости до них доходили долго, и они действительно могли не владеть информацией, о которой у них спрашивают. А на моем родном языке это звучит «бугуда мурайхеда».